Вот, например, я играю в Destiny с момента альфа-теста первой части, вы знаете. И хоть убейте, я не понимаю, в чем проблема найти напарников для игры. В комментариях к моим роликам о рейдах, о новых активностях, да даже под недавним квестом на шепот червя, постоянно встречаются замечания о том, что найти напарников невозможно, что у кого-то клан перестал играть, а он остался один, что в игре нет удобного способа подбора, и потому огромная часть контента игры, порой самая интересная, проходит мимо игроков-одиночек. Я спросил у вас в одном из видео, нужно ли посвятить отдельный ролик этой теме. Вы ответили заинтересованностью, так что вот он. Привет, Страж, ты на канале Triple Vibe, и давай уже найдем тебе команду на рейд. Как бы ни казалось, Destiny 2 сделала заметный шаг в вопросе подбора и поиска напарников в сравнении с оригинальной Destiny. Тогда либо ты на форум идешь, либо играешь соло. Я сам как-то наблюдал картину, как в одном из розничных магазинов с играми мужик ругался и требовал обменять его диск с оригинальной игрой, потому что там все на английском и как пойти в рейд непонятно. На презентации D2 нам рассказали об обновленной системе кланов и режиме проводника. Тогда сразу это заметили и обрадовались, ведь раньше кланы в игре значили лишь... Да ничего они не значили. Конечно, да, работает все это не так идеально, как хотелось бы, особенно необычно это для фанов более старых ММО с ПК, текстового чата одного вон понадобилось сколько ждать. Так что я вижу, что проблема поиска все же есть, поэтому следует, наверное, указать на очевидное. Ну так почему же ты до сих пор не можешь найти команду? Масса телеграм-чатов, групп ВКонтакте, ботов, форумов на Банже. Стоит просто написать сообщение или создать тему самому, вам обязательно откликнутся. На форумах официального сайта масса тем с наборами в клан. Даже по разным часовым поясам нашей необъятной. Живешь во Владике и москвичи не берут в рейд? Просто попробуй найти клан с таким же часовым поясом, ты удивишься, но они есть. Ну, если все ищут только опытных, говоришь ты, окей. Вот один говорит, что он низкого лайта и нет опыта, его никуда не берут. Вот второй такой же, третий. Ну так и формируются команды, разве нет? А то все сводится, как будто бы мы на сайте по поиску работы, где нужны молодые специалисты со стажем 40 лет. Когда выходит новый рейд или активность, квест, нет опытных. Все наравне, так проявите чутка желания и напишите братишке на башне «Го за шепотом червя». Ведь именно так набирают команды статики, которые потом ходят на рейды каждую неделю с ресетом. Нет, разумеется, если твоя проблема в свободном времени, это другая история. Работа, бизнес, жена, девушка, родители, ребенок, собака, мышка, шашлыки, прогулки. Ты не поверишь, но это есть и у других. Нет, не у всех, конечно, но камон, списывать свою неопытность на насыщенную событиями жизнь, по-моему, это чересчур. Знали бы вы, сколько мне жалуются в сообщениях о том, что играть могут только 2 часа в неделю, с 10 часов вечера, играть не с кем, играть хотят все с голосовым чатом, а вы почему-то его не хотите иметь или не хотите с ним играть, ну так зачем тогда ныть? Зачем жаловаться, что игра недружелюбна к одиночкам? На то она и такого жанра, шутер ММО, чтобы может хоть тут вы развивали свои социальные навыки. Конечно, когда нет времени совсем, можно кого-то и попросить помочь, благо комьюнити предоставляет такую возможность. Стримеры помогают в протаскивании, я сам недавно помогал. Ну и разумеется, самый очевидный вариант, который почему-то все уверенно игнорируют. Основной инструмент подбора команды через мобильное приложение. Создаешь тему, пишешь, сколько тебе людей надо, какого опыта, какая платформа и все. Минуты 3-5 и у тебя уже full статик на сумрачный налет. Там же удобная кнопка «Пригласить», нажимаешь ее, и откликнувшемуся игроку придет уведомление на его игровой платформе о том, что его уже ждут на орбите. Это классный и рабочий вариант, я сам очень часто пользуюсь этой функцией, если совсем команды моей нет на месте. Но от русскоговорящих игроков зачастую слышу, что об этом вообще не знают. Проще говоря, кто ищет, тот найдет. Оставляйте в комментариях своих никнеймы и платформу, собирайтесь в кланы и играйте вместе. Destiny — это та игра, которая раскрывается исключительно при командной работе. При походах в рейды и горнила с друзьями у вас наберется столько забавных историй, сколько в соло бы и близко не было. На своем опыте скажу, абсолютно каждый страж, с которым я сейчас играю в Destiny, был встречен мною в игре. Со всеми тут познакомился, со всеми играю не первый год, со всеми не раз собирались вне игры, что выводит ценность команды на вообще другой уровень. В общем, пользуйтесь ссылками в описании ролика, общайтесь, собирайтесь, и тогда игра для вас откроется с новой стороны. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и еще раз пишите в комментариях свои никнеймы. Пойдем играть!